Так, вот мы приехали в Рем. Меня пауты съедают, чертовы. Чертовы они говорят. Пойдем по этому дереву. А что так не пройти? Можешь и так пройти. А это открытый нет? Чего ты боишься? Сошли. Вот он прям. Говорят, тут змеи есть, но я не видел ни разу их. Тут растет брусника, морожка, трава такая багульник, пахнущая, усыпляющая. Осенью грибы бывают. Не сильно много, правда. Ну, какой-то год обабков было много. Сыроежки растут. Сильно далеко я прям не заходил. Но я не думаю, что он сильно уж большой такой. Но все равно приличный. Не очень-то как-то приятно сильно далеко. Особенно если один. Ходишь как-то все равно страшновато, что ли. Сейчас пока ничего нету, я не вижу ни ягод, ни грибов. Ну, для грибов, для грибов еще рановато. Короче, ничего тут нету. Ничего еще не выросло. Можно идти назад. У меня еще на телефоне батарейка садится. Мало. 8. Ладно, все. Видео заканчиваем.